Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 марта, и я специально на следующий день после пикировки хочу показать вам, как выглядят крошечные петунии, которые я вчера пересаживала. Вчера они, казалось бы, ну совсем такие маленькие, что выживут, не выживут, но уже на следующий день после пикировки вы можете видеть, вот сейчас вот так покажу, что все маленькие сеянцы, я не знаю, их даже в камеру видно будет или нет, что все маленькие сеянцы, они привстали. Видите, они как подняли свои головки, и ни одна из них не лежит. Они немножко как бы даже, ну как, потянулись к свету. Если некоторые были вчера листики прямо на земле, сегодня они уже приподнялись. Нет ни одной, которая завалилась бы на бок. Видите, все стоят. И вот из этого видео я специально, вот это контрольное видео сейчас выложу, чтобы показать тем людям, которые боятся в таких ранних сроках пикировать петунию, чтобы показать, что она очень жизнеспособная, она очень живучая. Видите, все они встали, маленькие сеянцы. Вот у них сейчас начнет расти третий листик. Как только появится третий лист, можно о них... Ну, первый настоящий, то есть. Вот сейчас две семидольки, и будет третий. О них можно уже будет не переживать, они уже будут более взрослые. Вот смотрите, все петунии пережили пикировку. Все они живые. Так что теперь вот только зависит от хозяина, то есть от меня. Будут они дальше, как они будут развиваться, выживут или не выживут. Самое главное, это не пикировка. И самая большая проблема, это не пикировка. Пикировку они все переживают прекрасно. Самое главное, создать им те условия, в которых они будут прекрасно себя чувствовать после пикировки. Вы видите, все они стоят, хорошенькие такие. Но через неделю я вам покажу. Тут самое, что может быть наиболее часто встречающаяся ошибка, когда погибают посевы. Или забыть полить, что они засохнут. Или полить слишком много, земля как заклекнет, замокнет, и может образоваться черная ножка. Или там корневая, маленькая корневая система загниет, какая-нибудь болезнь начнется. Короче, не нужно переувлажнять и следить, чтобы не пересыхало. Все. Пожелаем им доброго пути, чтобы они все выжили. Но вот пикировка в фазе двух семидолей – это очень распространенная. Многие люди боятся оставлять надолго в лотке, в загущенных посевах, опять же, из-за той же черной ножки, потому что, когда они вот получили свои отдельные квартирки, тут уже опасность заражения черной ножкой намного уменьшается. Тут проветривание, потому что в густых, когда мхом всходит, люди так радуются, ой, у меня взошло прям мхом, но там нет проветривания, и все эти посадки, вот, которые посевы мхом, они падают через неделю. А тут уже более-менее они проветриваются, солнца всем хватает, все тянутся к солнышку. Правда, пока искусственно это у нас солнышко, но будет как только тепло, буду выносить на улку. Все, вот мои крошки петунии. Это посев был 27 февраля, то есть им всего от посева 12-13 дней. Ну, взошли на третий день, но вот они всего 10 дней отроду им.